Matteo, bravo. Пинилья. Вот так хорошо играл Пинилья, но и в концовке попал в перекладину. Здесь после матчева. Мимо! И снова Жулио Сес. И далее это Марселу. Арангис идет бить. Перед телевизором. Удар! Посмотрите, даже не прыгнул. Ну а куда? Бам! И здесь еще добавили нервов. Уж мало им было во время матча. И здесь... И ничья. Этот матч. Оскара. Точно. Джулио Сезара. Чилийцам надо забивать. Обязательно. Так, ну и линзы в глаза. Алухара. Гонсало Хара, Жулио Сезар. Штанга! И это все. Сборная Бразилии выходит в четвертьфинал в невероятном матче, где соперники чилийцы были молодцами и умницами.